Если я что и не люблю, так это сооружение, которое делают без ума. Как хорошо, что я больше не работаю над этой штукой. Меда нет? Как хорошо, что я больше не работаю над этим безобразием. Теперь хоть высплюсь. Ты знаешь, кто такие скалы? Давным-давно человек по имени Хротмунд ушел от скалов, чтобы создать собственные традиции. Он и другие отправились в глушь, чтобы вести там жизнь воинов, подобных древним нордам. Они должны были жить охотой, сражаться, а самый могучий среди них становился вождем. Но эти времена давно ушли. Мы сами сюда пришли, точнее, с позором бежали сюда. Когда-то мы были доблестными воинами медового зала Тирска. Это там, на холме. Но мы позволили хорошей жизни изменить нас, сделать нас неженками. Риклинги. Мерзкие твари. Навалились большой толпой. Волны тварей. Они по одному-то мерзкие, а такой кучи. Вот так мы и оказались выкинутыми из дома. Ага. Я бы не хочу даже думать, что эти твари делают с моим горном. Прошу, просто оставь нас. Пожалуйста. Зависит от того, кого ты спросишь. Я сражаюсь, я защищаю зал, я добываю мясо. И думаю, справлюсь с большинством древолюбов из деревни Скалов. Но Кувыр считает меня лентяйкой просто потому, что я предпочитаю вечерком выпить кружечку меда, а не тренироваться до посинения. Если бы он начал смотреть на вещи проще... Положение куда сложнее, чем тебе кажется. У Йольд просто стыдно, я думаю. Масло в огонь подливает ее муж. Он один из тех, кто громче всех возмущается. Она всегда сразу начинает винить себя. Кувыр. Он думает, что мы здесь стали чересчур изнеженными. Глядя на Эльмуса, я понимаю, о чем он. Но все остальные здесь вполне в форме. По крайней мере, я так думаю. И не говори Эльмусу, что я так сказала. До встречи. Спасибо тебе за избавление. Мы воины, а не строители. Я бы так не сказала. Просто у нас случился набег. Мы здесь переведем дух и вернем себе зал, как только я смогу всех заставить шевелиться. Риклингов. Тебе же попадался по пути медовый зал? Так вот, они его захватили. Мы здесь временно, чтобы собраться с силами. Происходит тут то, что нас выкинули из собственного дома. Вон тот медовый зал. Его захватили риклинги. Ты помощь предлагаешь? Возможно, свежей крови окажется достаточно, чтобы эти лентяи снова взялись за оружие. Тогда вперед! Эй, молокососы паршивые, давайте-ка сюда. Я вижу, вы уже обустраиваетесь. Думаете вновь зажить сладкой жизнью, какой привыкли в зале. Но взгляните сюда. В любом незнакомце больше огня, чем в ком-либо из вас. Я лишь упомянула о вторжении, и он немедленно согласился помочь. Я не хочу, чтобы посторонние служили нам образцом доблести. Так что вперед! Убьем риклингов!
и конец. Слышать. К слову, именно такое отношение нужно мне от моего спутника. Хочешь отправиться со мной? К Ургану Хротмунда. Мне нужно снова получить его благословение, прежде чем мы поселимся здесь. Мне нужен свидетель, и ты видишь, с какими ленивыми хоркерами мне приходится иметь дело? Ну, что скажешь? Тогда не будем терять времени на болтовню. Что, идем внутрь? Погребальный курган Хротмунда, основателя Тирска. Он привел сюда группу истинных воинов, отказавшихся от мирной жизни скаалов, чтобы изведать дикие земли, познать укусы мороза и стали. Это звучит несколько глупо, но так пишут в книгах. Эта фраза у меня в голове застряла. Все просто. Здесь находится топор Хротмунда. Если кто попытается взять топор, Хротмунд совершит суд и оценит его силу духа. Нет, нет, ему не нужно с нами сражаться и нас испытывать. Он всегда присматривал за Тирском, он видит нас и так. Поскольку он один раз уже счел меня достойной, нужно лишь, чтобы он меня вспомнил. И вспомнил, почему благословил в прошлый раз. От тебя потребуется лишь наблюдать. Да, не будем терять времени. Получу благословение и поговорим. Вот здесь.
Теперь осталось дотронуться. Ты ищешь моего благословения на то, чтобы возглавить зал Тирска? Да, это я, Буйольд. Однажды я уже просила твоего благословения. Теперь я избавила зал от риклингов и вернула его законным владельцам. И это хорошо. Однако я следил за тобой и знаю, что это твоя собственная слабость привела к этому. Ты позволила воинам растерять силу, в то время как враги наращивали мускулы. Значит, не мне суждено возглавить Тирск? Нет. Ни тебе, ни кому-то другому из вас. Тем, кто живет в глуши, лучше быть без вожака вообще, чем со слабым вожаком. Я несколько смущена. Единственное, что мне остается, я должна вернуться в Тирск. Что бы там ни говорил Хротмунд, нам нужен предводитель. И я пока лучшее, что у нас есть. Посмотри, что стало с нами под его бдительным оком. Ведь к этому состоянию мы пришли под руководством вождей, которых благословлял он. Так или иначе, он мертв, а мы живы. Пора создать новые традиции Тирска, и я это сделаю. Мне нужна лишь твоя поддержка. Тебе даже лгать не придется. Просто не говори никому, что тут было. Хорошо, постарайся. А теперь прости, мне нужно командовать медовым залом. У нас достаточно своих проблем, чтобы еще строить эту проклятую штуку. Спасибо тебе, мальчик. Буйольд тобой довольна. До нашей свадьбы я был ее спутником во время первого визита к Кургану. Хротмунд признает силу в этом мире и в том. Да, я помню, каково это было в первый раз, еще до нашей свадьбы. Надеюсь, часто видеть тебя в зале. У нас полно времени. Салстейм никуда не денется. Но Кувр все говорит. Не волнуйся насчет Кувара. Храни терпение и наслаждайся перерывами вроде этого. Ну, что у нас? Я думаю, этот старый призрак нам больше не нужен. Пусть наш следующий предводитель идет к нему на поклон, если хочет. Я предпочту создавать собственные традиции. Хротмунд был великим человеком, но он не бог и не идеал. Мы живы, он нет. Мы способны черпать силу в самих себе. Я поведу тех, кто пойдет за мной. А большинство здесь склонны идти за кем-то следом. Думаю, у нас все будет в порядке. До встречи. Планируешь здесь задержаться? Подумай, как начать приносить пользу. Я покажу тебе, что могу в деле самозащиты. На вкус ничего, но... Ага. Эльмус, есть...